Всем привет, ребят. Мы продолжаем проходить игру Huntdown. В принципе, тут что? Остался, по идее, вот финальный уровень, финальный босс, здоровенный трансформер. На прошлом стриме я дошел до него, но так и не затащил. Давай добьем этого сукина сына. Почему бы нет? Погнали. Ну, вот этот вот бешеный чувак. Да. Не знаю, может быть, придется левел заново проходить. Не в курсе, как там сработал у нас чекпоинт или нет. Да, с самого начала придется проходить. Окей. По идее, тут уровень не очень длинный. Я подумал, какую пуху там собирать. Давай, наверное, такую. Угу. Помню, там ныкаться надо будет. Так, я не успею. Ну, музло тут, конечно, шикарное. Это не отнять. Так, тут ныкаемся, потом туда перебегаем. Вот это падло. Я не помню. Все окей, справился. Кирилл Гаоси, привет. Good stream. Здорово, Тирана. Так. Что-то приблизительное. Я помню, как этого мужика надо по-быстрому его валить. Да, иначе он просто закидывает гранатами. А потом будем вверх подниматься, и там уже это... Там еще долбанет. Да, за него аптечка дает и этот. Ну давай. Хотя бы такое оружие. Не совсем правда, помню. Что тут делать? Но мы сейчас чисто будем наверх подниматься, и там потом финальный босс. А, подстава какая. Не знаю, может быть, придется даже прям на пролом пробегать. Да тебя дроид тогда мочит, блин. Хотя вроде как пробрался. Сейчас позырим. Дальше. По-моему, я их так пробегал. Ну ок. Так, там чекпоинт, идти, значит, влево, но подожди. Бля, один выстрел? Я тогда заново вообще пойду. Ну, ожидаемо то, что толпа на тебя полетит. Ай-яй-яй, ну и чё? И чё мне это дало? Блядь, заново. Вот и кер знает, за оружием бежать.
Или же лучше все-таки на пролом идти прямо к чекпоинту? Ладно, посмотрим. Да пошел ты, блин. Взял меня, вытащил в закрытие. Так, нет, стоим тут. Нормально, даже жизни вроде сэкономил. Все, я, короче, туда налево не пойду. Пошли прямо. Ну, в смысле, направо. Так, катана, катана не нужна. Вообще, в принципе, тут ближний бой такое себе удовольствие. Я вот не помню, по-моему, вниз надо. Мне кажется, я сейчас аптечку эту возьму и просто там народу нападет до хрена. Давай так. Сейчас посмотрим, как здесь получится. Так, мне в другую сторону, это явно. Все, теперь можно спокойно аптечку брать. Если выжил. Нормально, даже никто не напал. Секретики там, это все оставим мы на потом. Дальше. Так, псина. Запомнил, блин. Тут надо было выстрелы не тратить. Вот так, потихонечку. В принципе, он заглючил. Он обычно стрелял этими еще наводящимися гранатами. Помним про бумеранг. Только я что-то не очень вовремя выпускаю. Ну ладно. Сложность вот этих чуваков то, что они еще швыряют в тебя гранаты. Ла. Где-то тут она. До свидания. Антонов, привет, жду в жизни. Здорово, Вирус. Тут сейчас будут два чувака. Это типа под босс, что-то в этом роде. Я примерно помню. Так надо вспомнить, где вставать, чтобы их завалить. Да-да-да, скипывать этих чуваков. Да, по-моему, вот так вот я и ныкался. Все, гранатки полетели. Теперь главное вовремя. Главное вовремя в гранату попасть. Понятно. Так. Блин, рановато вылез. Короче, я вспомнил, как блин, че он взрывал своим чуваков вот не задамажил. Я вроде задамажил, бля, попал. Ух, не, нахер, может сейчас или чекпоинт будет, или отхилят, что-то такое. Все, он поднимается наверх, там потом он трансформером превратиться. Нам сейчас надо будет по башне подниматься. Ну, первая половина левела сохранилась. Так,
Мне, по-моему, вообще не сюда. Мне вот сюда. Стоять. Ну ладно. Хотя, блин, а что там? Что там может находиться? С левой стороны. Оружие. Хилки. Понятно. Давай-ка я одну возьму. Потом будем дальше подниматься. Хотя там... Блин, там или, короче, будет сейчас с вертолетом, он, по-моему, шарашить, и надо будет быстро пробегать. Что-то такое. Или это выше будет? Бля, мины. Вот, суки. По всем пробежался. Угу. Ну, тут примерно помню то, что надо просто подождать. Не торопясь всех завалить. Давай, вылезай. Хорош. Так, дальше. Что, да, народа куча. Вот тут, по-моему, на этом этаже он будет мочить с вертолета. Тут просто надо пробежать. Давай. Хорош. Так, нет. Давай-ка я возьму чемодан. Дробаш. По-моему, вот это, да, сейчас будет типа 54 патрона. Ок. Нормально. Две дали хилки, одну забрали. Только я вот не помню, нужен ли дробовик на этом чуваке. Все, валим. Кстати, да, он там за колоннами, можно ныкаться, он там не достает. Чекпоинт, слушай. Прям ништяк. Ну и все, сейчас по идее босс. Да, наверное. Это ладно. По-моему, скорострельное оружие тут больше подойдет. Блин, попал все равно, а? Вот мудак. Давай еще запрыгивай. Блин, поторопился опять. Стой, на снегу хилка выпала. Я там причем дальше кого-то за ней завалил, походу. Или попадаю, по крайней мере, но звуки такие. Все, хорош. Ну, такой же расклад. Просто главное попасть в бомбу. И все, она включилась, короче, она дальше улетела. Все. Ок. Шли дальше. По-моему, опять, да? Да, сейчас опять скоро будет с этого, с вертолета шарашить. Я думаю, будут еще какие-то чуваки. Так, левел приблизительно помню. Гранаты, наверное, не пригодится. Нас падла.
Так крысюка мне в спину долбанул своим сюрикеном. Так. Ну, будут еще. Они постоянно с лифтов вылезают. Давай быстрее, ну. Бля, один челик что-то много крови попил. Оу. Бля, чекпоинт далековато, да? Ну вот так. За оружием придется все равно идти налево. Потому что там босс такой, ему главное напихать пошустрее. Потому что он бешеный. Ну давай. Вылезай. Хотя бы. Старый вообще. Так, две хилки тут. Ай-яй-яй. Чувак дохнет, короче, эти бомбы перестают работать. Сука, чё такое бешеный? А внизу, по-моему, хилок нету, да? На, есть. Живем, чё? Так, 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 вспомните. А, ну чуваки, лифты там, вся фигня. Здесь сейчас банку дадут. Еще челы появятся. Торопился. И аккуратненько себя ведем. Так, сзади еще ниндзя будет. Отстой, когда они сзади атакуют и спереди одновременно. Еще будут. Так, давай мы, наверное, вот этого сначала завалим. Потом можно сходить хилки поискать. И он подох? Нет, стой. Торопимся. А, ну, такое ощущение, как будто он сам от взрывов своих подох. Угу. Хилок нету, да? Нету. Ладно. Дальше. Оружие наваливают много, но... Босс последний тоже жирный. Плюс у него еще две фазы будут. Придется как-то последнюю фазу еще, точнее первую фазу, учить так, чтобы минимальное количество жизни потратить. То есть с первого раза его не пройти. Да-да-да, давай скипываем. Ну давай дальше. Вот главное от этих крутящихся штук успеть и вернуться. Пока он их швыряет. Швыряет он их быстро. Шоган. Да-да-да. Мастер номер один. Вот
Так, сейчас, по-моему, крутилки пойдут. Да. Стоять. Опять крутилки, да? А, нет, слушай, люди пошли. Блять, задел. Я прямо спрятался. Не успел он стрельнуть. Я вообще не помню, как от этих уворачиваться. Там, по-моему, приседать, а потом стрелять надо. Все, заныкался. Ах ты падла. Как он попал? Обычно не попадал. Полное расстояние. Правильно и выбрать. Как-то на середине надо, где они летят. Между ним и концом крыши выбрать. Опять близко. Это. По-моему, одна подача, что-то у тебя сразу две жизни сносит. Там заныкался вообще. Не, пока я не научусь прыгать и одновременно и стрелять в него, так и будет. Так, я успел заныкаться. Я на него смотрю. Да, у меня оружие кончилось. Ошибись. Так, ну давай тогда другое берем. Тихо, тихо, ну ты. Бля. Сложно. В этом замесе надо определиться, где что, где находиться и куда стрелять. Где-то вот тут самое то. Не вовремя, тихо, сейчас долбанет. Нет. Я прыгаю не вовремя. Так, вот где-то тут, по-моему, это самое нормальное стоять. Ну и все. Один раз ты верно прыгаешь, и все у тебя понеслось. Все, все патроны. Ну да. Time to
Когда успел надамажить херного? Так, крутилки. А вот с этими надо в другую стороне стоять где-то. Потому что они летят, бля, по другой траектории. Чё он говорит, сайонар? Бля, да не заныкаться от него нигде. Я ещё оружие хер взял, да? А-та-та. Там упал вообще. По-моему, он скользит по крыше, если я не ошибаюсь. Немного, но даже не всегда причем. Но скользит. Видимо, это как-то периодически происходит. Когда игра решит, тогда и скользит. Короче, по-моему, самое оптимальное — экономить здоровье, пользуясь другим оружием. Да, жира, конечно, этого чувака. Давайте быстрей. Тихо. Главное вовремя. Давай, 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 давай. Стой. Ну, все, замычился. Да, первая эта фаза сложная. Блин, не те. Сложно. Короче, да, самый оптимальный вариант не терять здоровье — это с оружием, когда челики вылетают. Ну блин. У меня дефолтное оружие просто так не стреляет, надо вот именно с прыжком прожимать, еще успевать и выстрел. Оп. Так, 15. Ах ты падла. Все равно задел. Так, сейчас, да-да-да. Say,
Найтис. Ну там все, там в ритм не вошел, ты покойник, короче. Блять. Тихо. О, все, заныкался. Не там. Having a bad time, bounty hunter. My little friend here might cheer you up. I'm gonna rip you limb from limb. Can't stop me. Ну как-то примерно пока только четвертый шабаешься. Блять, ну он задевает. Вообще не в тему прыгнул. Короче, жесткие тайминги вообще. Да твою мать, что ты? Слишком много жизни я потерял. Сука, каждый попал. Первый раз, ну, когда стучит по крыше, он тебя не задевает. Но потом, когда встает вплотную, вообще запросто. Я не успею. Пиздец, он еще по крыше прокатывается просто. Так, ну давай хотя бы так возьмем. Подамажим что-нибудь. Че он оружие сменил? Ну все, так не попал. И мне хана. Да, только начало, и у тебя уже трижды, что нет. Вот мне чтоб стрельнуть, с обычным оружием. Надо прожимать кнопку каждый раз. То есть прыжок и кнопка. Я много не, не могу ему задамажить. Блять, я там не попал. Бля, ну и сам замудился. Больше половины снял.
Много жизни потратил. Так, где-то тут, да? Все, мы еще по хпшечке маленько я вас там, да, бля. Слишком близко стою. По-моему, с этой стороны, да. Не успел. Блять, одна жизнь. Тайминг, сука. Да они херачат по тебе с двух сторон, вы что, издеваетесь? Вот в этот промежуток я ему могу много снести. Надо же. Так. С какой стороны? Короче, относительно тебя он самостоятельно становится, смотря на каком расстоянии ты от него находишься. Блять, тайминги. Блять. Именно в этот удар надо подпрыгнуть. Он ваншотный. Челик у нас шотает. Все, заныкался. Да блядь, ну как ты попадаешь? Там какие-то вот эти вот миллиметры просто, вот где, смотря, ты здесь или здесь стоишь. Надо по вот этой линии ориентироваться. Лишние выстрелы не тратим. Да, он здесь встает. А если ты с другой стороны находишься, то он встает с другой стороны. Да твою мать, ну, блядь, взяли, скинули вообще. Пошел ты, бля, ну нет, это не вариант. С одной жизни с ним биться. Причем еще будет вторая фаза, тоже непростая. Тоже на таймингах. Да, блядь, ну... Просто вот, либо ты здесь стоишь,
либо вот здесь. Вот здесь вот. Он тебя достает буквально полтора шага, ну сука. Сука, чувак с хилкой улетел. Твою мать. Тут можно было, кстати, не прыгать. Да, живем. Ну, где-то так. Стоять. От него время. Все, у меня жизни нету. А, точнее, патронов нет. Давай. Раз. Два. Блять, три. Он же вроде два бил всегда. Гнида. По-моему, всегда два он бил. Так, ну тут он не попадает. Хер его знает. И там 17, и там. Чё-то не надо выставило. Я там не попал. Три раза стреляет. Раз, блядь. Короче, надо в тайминг попадать, когда он лупит своими ударами по крыше. А чё у меня оружие так не стреляет? Именно надо каждый раз прожимать. Ну что делать? Капец, конечно, дробовик у него сносит очень мало. Ну а пистолет ему больше дамажит. Давай. Раз. Два. Три. И вали отсюда. Хотя он, по-моему, подзавидно, да, немножко.
О, хилку дали. Он теперь с другой стороны оказался. О-о-о-о, что начинается-то? Кстати, третий раз, когда они летят, я это еще не выучил. Раз. Блять, два. Ха, я мигал, короче. И мне третий удар не прошелся. Ну, блять, другие завалят. А, потому что челики с защитой поперли. А на килке. О, понятно. До свидания. Сама выпил. А, если пытаюсь раньше остановиться стрелять, чтобы чуть-чуть побольше патронов сэкономить. Надо же, не задел. Так, ну он сейчас тут стоит. Слева. Анимация прыжка заканчивается. Неверно. Жуткий чувак. Этим его надо атаку, короче говоря. Точнее, даже не на атаку, а на его положение. Блять, а вот на последний ты не попадаешь.
Почему так, я не знаю. Не забил. Так, но все равно мне он почему-то удобнее тут прыгать от него. Блять, они еще быстрее летят. Траектория меняется у них. Так, ладно, прыгнул. Я прям вижу, что рано, а он тебя лупит, он лупит. А, какое подлое коварство полуживого забавлять. Херово. Так, 166, попробуем, хватит, нет? Что, прям всю вот эту атаку с пилами прям дамажить его? Ну да, слушай, 160 хватает. Блядь, а? Ну вот баба с дробашом вообще не в тему. По 40. Чесал, в крышу не слетел. Так, вот ок. Дробовик вообще почему-то мало у нее снимает. Вообще по чуть. А на последний в атаку, ну падла ты. Нет, в последний, предпоследний пилоне надо что-то по-другому делать. Ай, рано. Рано. Давай перекур, наверное, сейчас я подойду. Лютый мужик. От него в глазах рябит вообще. Сейчас я подойду.
продолжим. Я думаю, может быть, охотника сменить. Секунду. Вот игра теперь так реагирует. На паузу. Слушай, у меня даже патронов осталось. Вот это лучше возьму оружие. Побольше сносит. Ай, не вовремя. Давай, раз, два, три. Все. Теперь надо... Нет. Сюда я вернуться не успеваю. Почему по нему урон не прошел? Блин, все, я в кашу попал. Давай, раз. Два. Три. Четвертый раз не бьет. Надеюсь, я хер его знает, что делать. Я урон получил. Так, стой, берем. Улетает. Становимся вот тут. Наваливаем. Ай-яй-яй, блин. Предпоследнюю пилу вроде нормально перепрыгнул, но последнюю я запорол. Подожди, давай попробуем другого. Мне вот интересно, как у нас киборг стреляет. Надо ли удерживать кнопку? Ну, возможно ли? Он по скорострельней будет, но меньше сносится туда.
Слушай, а киборг реально прикольный. Блин, ну ладно. Главное не торопиться опять. Короче, если лупить как это, он просто реально очень быстро стреляет. Киборгом прикольный. Мужик сносит по это. Мужик сносит побольше, но киборг стреляет быстрее. Пистета с пулемета можешь им мочить. Тема. Так, здесь два ниндзя будет. Ох ты, падла какая. Что-то там понабрал. Так, вот там у нас он внизу еще есть этот. А, точнее, наверху есть аптечка. Все, там все подохли. Бля. Я забыл, что там еще наверху один чел. С мужиком по обычным челам надо попасть раза два, а этим раза три. О, все отлично. Тут собака. Попробуем вот это оружие собирать. И собака очень быстро улетает. Тихо. Сучка, бля. Кстати, второй раз чуть не задело. Мужиком она убивается вообще с двух выстрелов. Тут надо побольше ей наваливать. Че, можно активно вообще стрелять. Так, давай, скипываем.
Ай, блядь. Ну и все, оружие посрал. А, я старался. Прицел, оружие переключил. Надо попробовать, наверное, сэкономить. Да, пускай добивает. Так, 70. Пробовать максимальное количество патронов вот этим оружием донести до босса. Через всякие чекпоинты и так далее. Тихо. Чуть не забыл. Ай-яй-яй. Ну ладно, вот так. Бла-бла-бла. Интересно, это как забава играет. Наверное, баба должна быть что-то между киборгом и этим челом. По-прежнему 70. Все равно мину тебя достают. Блядь, ты сучка. Она ж только задела меня. Но я в замес попал. Падла, драма. Так, ну давай, давай, давай. Тихо. Мне повезло, что там мин не было. Чуть-чуть да задело все равно. Палец, короче, ща активный должен быть, чтобы такие вот стрели выдавать. Слушай, ну без потерь пока. 92 патрона. Я знаю, есть там кто-то впереди, нет? Не помню. Дальше. Чекпоинт. Я, наверное, не пойду за этим оружием. Оно как бы неплохое, но
по 180, ну попробуем с этим оружием. Автомат как-то пошустрее относит, по-моему. Плюс его там потом еще в конце дают. Ну, в конце там где? Между атаками этого чувака. Роботам очень можно много снасти. Он прям вообще активно настреливает. Чуть-чуть попроще, короче, им играть. Походу. Так, сколько патронов? Понятно. 92 и там полтос дают, так что... Здесь еще 65. Если быстро кнопку прожимать, у тебя как будто... Ай-яй-яй. Или даже... Сколько? 183 в итоге. Если ты экономишь. Как будто автомат полку. Я не помню, дальше будет, будут ли дальше эти как бы какие-нибудь. Я попадаю в этого чувака, вижу, кровь у меня брызжет. Правда, немножко подольше буду его убивать. Я упадал. Так, давай попробуем вниз спуститься. Привет, Лайт, крутая игра. Здорово, давай. Да, согласен, игра крутая. Так, а все, назад никак. Нужно аккуратненько к ней подобраться. В принципе, она меня тут не достанет. Мы попробуем сейчас, короче, 183 патрона, попробуем сейчас так этого босса повалить. Да-да-да. Ок. Ок. Пафосные речи, все херня. Давай, ты быстрее. Я, говорит, мастер номер один. Я им как автоматом сношу, кстати. Оставляем. Let's
Почти. Ну, вроде получше. Немножко по-другому, кстати, что-то стало, но... Чуть поудобнее. Тихо. Короче, киборг поприкольнее будет. Ну, не дроид он, андроид. Короче, хер вот, блядь. Тихо. Успел. Вот так вот. Мало в тайминге попали. Ай-яй-яй. Тихо. Чё? Теперь он два раза ударил. Какая падла. Я чуть сам не слетел. Ай-яй-яй, куда-то полетел. Патрона больше нет. Ну, бля. Сказал мне, сука, с крыши скинул. По-моему, даже киборг, если я не ошибаюсь, чуть-чуть побыстрее, пониже присаживается, чем мужик. Ощущение, как будто правда между персонажами есть разница. Я думал, нет. Ай, блин, он зачем полез? Аккуратненько себя ведем. Слушай, теперь получается на второй фазе тоже более-менее уходить от его этих приколю. Сейчас, если повезет, даже хилку заработаю. Патронов нет. Ну давай. Два раза теперь он почему-то. Когда-то четыре вообще лупит. Ах ты, падла. Того не добил, и все, я у меня грохнул. Повезло. Having a bad time, bounty hunter.
little friends here might cheer you up. Сейчас попал какой-то. Тихо. По 6. По идее, третья атака это то же самое, что и первая, только она быстрее идет. Эть. Все, убил. Жарнище. Пытался как можно больше ему не попал. А ёпти. Понятно. Ого. Why won't you die? Теперь он бьёт по два раза. Говорите, что он рандомный. Эй, патронов не взял. А все хана. Вот третий раз, когда летят эти штуки, они вообще очень быстро это делают. Чуть не грохнулся. Блядь. Назад вообще неудобно. Блядь. Они тебе становятся. Задолбал там вставать уже. 74 на первом. Что-то я ему вообще мало снес. Давай патроны возьмем. Стоим.
Я на обычном зарядим, как его больше у него снесу. Обычная пушка, чем дробашом. Ну и как от этого уклоняться-то? Все, валил. Ну вот тут я не знаю, как его. Вот, третий раз, когда он атакует. Я что-то пока понять не могу, кого первого выносить. Как бы стреляют в тебя все. Так, не его время. Ну и все, она. Понятно. Все, в тайминг не попал, короче говоря. Потеряю жизнь и уже она, короче. Я попробую оружие, короче говоря, ставить на третью атаку. Это все. Успел. Один раз вообще ударил. Это так. Так, не та атака, ну ладно. Ощущение, что с дефолтным оружием его удобнее даже проходить. Ну давай посмотрим. Так. Короче, удобнее челиков вот этих выносить другим оружием. А какая сейчас атака будет? Ага. Вторая. Понятно, тихо. Надо банки собирать. Все, вали домой. Оп, оп. Бля, зачем? Чувак какой-то бессмертный там попался. Блять. Третья атака пошла. Понятно.
но то он не задевает. Надо постоянно переключаться между оружием. Причем удобнее там вроде как его валить, по нему стрелять обычно. Но когда на тебя бегут, фига, когда на тебя бегут лучше, ну разные чуваки, лучше, по-моему, автомат. Прям его надо беречь, короче. Потому что вот эти товарищи, они не дают присесть совершенно. Ай-яй-яй. Что-то творил там. Тихо. Ништяк. Вот, и при таком раскладе у тебя даже больше жизни остается. О, у меня запасная хилка валяется даже. Не попал. Сраный урод. Между полетами надо собирать, если что-то в правой части экрана, в левой части экрана, если находится. Тогда, короче, босс не засчитывает и приземляется именно с левой стороны. Да ёлка мать. Вообще ни на секунду не дает расслабиться.
прям вовремя надо юзать пушки все. Ну попал. Да, ёптэна. Все, и тут становимся. Не вовремя, твою мать. Ну хорошо, что. Ну, уже две жизни просрал. Понятно. Херня. И собрать успел и удрать от него. Ништяк. Чуть-чуть на челика поставлю. Давай. Вот ты падла, а. По-моему, он всегда одинаковые замахи делает, но у него что-то то на второй не успеет, а на третий. Тороплюсь, наверное. Так, ну, надо, короче, соточку как-то оставить. Блядь. Ну, я в замес попал. Она дробаш всегда две жизни выносил. Не вовремя я переключился.
штука, тут даже на норме очень сложно. По крайней мере для меня, я не знаю. Не попал. Теперь главное вернуться просто. Просто вернуться от удара. Раз. Все, когда один делает, когда несколько. Что-то я вообще не врубаю. Понятно? Не вовремя, блин. Ладно, хотя бы свалил. Если не ожидаем, сука. А не, я не жалею. Надо вообще на этой фазе жизни не тратить. Потому что будет вторая. Оп. У него вторая атака пошла. Экономим патроны. Типа 60 лотил осталось. Так, вовремя я прыгнул. Ну. Спасибо, один раз прыжок нажал, короче, пока анимация прыжка не закончится, ни хера он не сделает. Когда-то они не попадают в тебя, когда ты
на колени сидишь, когда-то выпадает. Что за хрень? Сложный босс, короче. Вот и все. Ну, надо думать о финале. Да пошла ты, блядь. Первого знает, кто меня задамажил, то ли это баба, блин, рабошон. Надо, короче, второй раз, когда они появляются, надо обязательно переключаться на автомат. Иначе я пистолетом просто не успеваю выносить. Атаки босса, короче, надо учить. Все, атака у тебя не успевает попадать. Так, она... Все, я понял. Я не успел. Ну тут сейчас главное просто вовремя подпрыгнуть. Так, подключаемся. Нормально вроде. Тут тоже можно подамажить маленько. Ну тут гадалки не ходи, надо будет брать, да, вторую хилку. Так, какая вторая атака, да, по-моему? Да, вторая атака. Я вот так что-то не врубаюсь, она быстрее что ли стала. Все, вали отсюда. Надо же, успел. Так. Не, я лучше патроны, конечно, поберегу. Третья атака. Ай, бля, да я не успеваю просто. Вы там за месси прыгает, да вы че издеваетесь? Блять, что произошло? Я бы что-то там задамажился, я не помню. Тут же слетел с крыши. Отстой. Ну, типа, были все шансы пройти эту фазу идиотскую. Все, не попал. Причем, если, я так понимаю, на второй фазе у этого чувака просрать, то все,
Проходи зал. Херня. Сама выпил. Так, первая фаза. Давай. Четкое движение, короче, главное ни на что не отвлекаться. Так. Потом тут. Все. Хорош. Блять, ну. Какого хера он там приземлился? Ну, походу приземление рандомная штука. Ну и тут не успел. Успел подобрать. Оружие переключал, отвлекся. Кто-то был спирит все равно. Немного хотя бы тебя выстрелили. Много лима какие-то секунды. Чего-то когда-то у меня не попадает. Когда-то не попадает. Это очень странно. Как будто читбоксы у меня меняются. А, ну да. Хорош. Да. Короче, определенная последовательность действий нужна. По крайней мере, то, что я выбрал для себя. Кто-то может по-другому это будет делать. Но я вот прям только вот так вот успеваю. Так удобно. Экономим патроны. Не знаю, по-моему, третий раз они летят быстрее. Эти штуки. Один вовремя. Как пизда.
секунду не успеваешь, все, он тебя скидывает на смерть. Вот теперь он попадает, этот чувак. И этот попадает. В прошлый раз они оба не попали. Вот это как вообще? Это странно. Слишком, короче, до хера должен сойти, чтобы получилось пройти его. Сука, и тот не сдох, блять. Да вали ты нахрен. Сэкономил патроны. Так, давай хилы берем. Во все тайминги попал. Хорошо. Блять, ну а вот сюда я не попал. Первую, когда интересно, я первую жизнь потерял. Так. Короче, челик рандомный. Почти. Местами он действует вообще как-то странно. Когда два раза бьет, когда вообще четыре. Бывало же и один раз, что он ударил. Опять же, чуваки, которые вылезают в тебя, хер его знает, когда-то попадают. Когда-то нет. Так, теперь, по-моему, да, третья атака будет. А нет, вторая. Вторая только быстрее, по-моему. Да, они быстрее летят.
там осталось-то ему чуть-чуть, ну твою мать. Ну нет, мне кажется, никаких поблажек, сдохнешь тут, будешь проходить еще. Ну то есть... То есть, если просрать на второй пазе, то будешь проходить именно с первой. Челик. Оп. Главное вовремя вот стрельбу остановить, чтобы сэкономить хорошенько. Ставлю, короче. Я думаю, 80 патронов на атаку чуваков должно хватить. В принципе, с них-то тоже что-то вылетает. Просто не всегда есть возможность оружие это взять. Падла, он задел, блядь. Так, ну давай, давай. Да каша какая-то происходит. Дали. Ну давай, 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 осталось-то чуть-чуть. Вот этот возьму лучше оружие. Это первая фраза. Сохранение прошло. Бля, ну будет круто, если меня заново не надо будет проходить вторую фазу. Но мне что-то смутно верится в это. Ну да, мы продолжим эту битву в аду, там что-то бла-бла-бла. Надо его по кругу как-то гонять. Понятно. У него еще атаки волшебные есть, сука. Сайонара, говорит, Баунти Хантер. Еще куда он исчез? Сраные камни в этой игре, это полная жопа. Тихо. Угу.
Ух, поэтому надо будет с первой фазы начинать. На том спасибо. Короче, учим атаки. Вот и все. Прям нужно окошки. Окошками определиться. Задевает, смотри. Сучка. Не совсем понятно пока, когда его дамажить. Вообще улетел. Прикольно. Челик явно рандомно же не действует. Как-то он же меняет свои атаки. Все, до свидания. Ага, метеориты. Бля. Когда он по диагонали такую, что-то вообще труба какая-то. Че хер уйдешь от этой штуки. Чуде, я не успел. Так, метеориты, да, полетели? Не вижу. Твою мать. Вообще, бля, я упал. Иногда его не видно, но вот эти вот ножи, которые у меня перс выпускает, у него, в принципе, смотрят тоже неплохо. А, бля, не, говно. Короче, не оружием надо его дамажить. А вот именно то, что у тебя есть. Вот эти вот нормально сносят у него. Надо ждать, пока перезарядится. Тихо. Тихо. Сам ты елка.
Все, пошли у нас. И тут я не вижу ни хрена, что летит снизу. Все пошло не по плану. Ах ты, падла. В принципе, у него, короче, тоже есть две пазы. Первую вообще как бы несложно дойти. Прыжки нужны, вот прям ты вечно должен быть в движении. Вот это вот вообще, ну, без, почти без вопросов. В полете ему атаку сбил. Ай-яй. А? Он сейчас тут появится. Ну вот с этой атакой он вообще быстро летит, да бля. Только ты не успел, все, он тебя забивает просто. Челик нудовый, но проходимый вполне. По-моему, робот-то пожестче, блядь. Пожестче был. Интересно, у него атаки имеются, блядь. Я его не вижу там. Сука, плакат сраный. Да твою мать. Я еще где-то успел аптечку подобрать. Так, вот сюда лучше. Потом второй раз метеоритов гораздо больше летит. Тупо не успеваешь. Сначала сюда.
Так, так. Вообще нельзя отвлекаться. Блять. Это сука рваная. Так, ну я не знаю. В принципе, пока по платформам бегаешь туда-сюда, хотя мне так точно бьют. Ты попал? Блять, я провалился, просто провалился. У меня там вооружения ничего осталось. Ни хера не вижу. Сайонара сраная. Да пошел ты в очко, блять. Прыжок не сработал. Если я не ошибаюсь, посложнее боссы тут были. Надо просто так его запомнить. Блять. Ах ты. Стой, стой, стой. Да, блин. Я к аптечке бежу. Так вот его надо ловить. И все. Она и киборга, причем гораздо больше он его сносит, чем этот, как его. Чем оружие. Да, отвали. У него вообще прыгать нельзя. Сука. Чего, блять? Я вообще не замечаю, как я проваливаюсь даже. Просто не допрыгиваю. Следующие платформы. Слушай, это даже его походу байдит на атаке можно. Именно как ты делаешь, ну по крайней мере в самом начале, вот это работает. Как ты прыгаешь, так он и будет за тобой скакать. Твою мать. Не, ну тут он тебя поймает. Так, ну. Вот
он чаще исчезать начинает. Сука, трансформера там в глазах рябит. От этого урода еще больше. Все как. А вот второй раз, когда он начинает исчезать и прыгать по диагонали, вот тут надо тоже что-то другое делать. Один, свои движуки меняешь, и он действует соответственно. Блять. Да не, херня какая-то. Вот отсюда, сюда прыгаешь, все. Тебя вообще в покое не оставляет просто. Он просто атакует всегда. Аптечку меня толкнул, тут я еще сам упал, ну блин. Четкая последовательность движений нужна. Дадюк, твою мать. Плохо дела. Ну, чаще исчезает. Тут надо как-то его обойти тоже. Так не пойдет. Как-то первую атаку раскусил, а вот вторую нет.
Опа. Почти. На него помать. Да, блин, я чуть-чуть не допрыгнул, но... Больше с платформами борешься, чем с чуваком. Все вот реально на эту атаку. Чик и все. Ёбаные платформы. А твою мать, прям вот туда становится с края платформы вот этой вот, и все, и он, короче, прям тихо, если ты тут, то он тут, за редким исключением. Оп, оп, что там, другие атаки начались. Ну ок. Это я не успел. Не добежал. Поведение, по-моему, изменилось. Он осталось-то ему буквально раза три попасть. Типа того там. Там про протоколы говорят. Ладно, в общем, завалили такие. Блин, у меня от этого чувака в глазах рябит.
Жесть. Концовочка вообще напряженная. Что с роботом этим было, что с этим самураем пришлось попрыгать. Самурай атакует постоянно. 56 смертей, 87 минут, в общем, все в общей сложности это дело. Ну, ничего не коллекционировал, хрен с ним. Все равно за эти ящики, ну, чемоданы, ничего интересного прям не дают. Так что, не особо важно. Короче, Шреддер улетел. Ну, между персонажами разница, короче, есть. Ну и вот в конце, в финальном этом, как его, финальная заставка. Ну, у меня бы мужик был. Потому что я мужиком почти всю игру прошел. Но, кстати, киборг поприкольнее будет. Мое дитя. Что-то там сделали, всех убили и так далее. А, видимо, бабульку надо срочно выслушать. У меня плоховато с английским, извиняюсь. Какие-то слова так чисто для себя улавливаю, чтобы понять хоть какой-то общий смысл. Просто они болтают очень быстро, и не успеваю все это в голове связать. Все, завалили. Краников ее. А контракт что-то болтает, видимо, я тебе верю, говорит, что ты из компании и так далее. Вольф-матер. Короче говоря, и бабку тоже пришпили. Нам заказы, в общем, дело, то и зашили, короче говоря. В общем, всех победили, все молодцы. О, такая вот игрушка. Игра, правда, ну, она мне понравилась. Тяжеленькая местами, прям совсем тяжело. Ну, такая, ну, как я и говорил, то, что она в меру хардкорная. Ну, проходимая. Я думаю, на изи, вот, на изи, она просто, ну... Я вот не напрягаюсь, ее можно будет пройти, как бы просто кайфануть хотя бы. Потому что все мы любим 8-16 бит и так далее. Плюс еще музыка тут прикольная. Ну, сами по себе фаны там и так далее, как бы. Давненько в такие игры не лобал, как бы. Классно, мне понравилось. Игра отличная, всем советую. Так что вот. Ну, это тут у нас показывается. Моу Мэн, Джон Сойер и бабулька. Ну, типа, кто в ролях? Антонио Салазар. Я вот что-то мужика этого не помню. Ну, это кто озвучивал боссов. Тогда. Ага. Разблокирована, видимо, максимальная сложность. БДС. Ну-ка, сколько там тогда жизни? Одна? Потому что я знаю, что на изи, по-моему, 7, на нормале 5, на харде 3. Давай просто посмотрим. Другой слот. Количество выстрелов добавляется. Ну, прикольно сделан даже экран. А, давай бабу посмотрим, ну, вот эту женщину, которую можно выбрать, анаконду, которую. Смотрим просто, как стреляет и так далее. Мне тупо интересно. Время есть, так что. На максимальной сложности. Да, у меня один выстрел.
Я не знаю, сначала уровни или нет. Возможно, потом, подбирая эти какого. Баба, кстати, очередями стреляет, ей чуть-чуть, походу, попроще. Я не знаю, то ли киборгам лучше, то ли баб. Сайонара. Какие-то фанаты Сайонара, походу. Короче, играть за эту анаконду — это что-то между киборгом и чуваком Сойером идет. Ну так, эти заставочки меняются тоже, картинки на паузе, когда ты этот какого, когда играешь за другого персонажа. Прикольно, прикольно. Но хардкорный режим для хардкорщиков. Так что, чтобы кайфануть, я считаю, надо вот именно выбирать режим изи, ну и просто, чтобы не напрягаясь это дело пройти. Ну, на нормале тоже вполне, вполне нормально. А это что за аркад мод? Ну давай, киборга. Ну, киборг, мне кажется, прикольнее всех. Арена. А, у нас получается всего 4. 4 больших локации с подуровнями разными. Перемещать между этими я не могу. Режим аркады тогда что, чем? Это как, ты как будто как на игровом автомате лобаешь, что ли? Поэтому? Или история просто не показывается? Вот один приход. Но аркады все равно у тебя, короче говоря. Режим аркады у тебя 3 жизни, он как на харде лобает. Идет время, и количество очков тебе фиксируют. Немного странноватый режим, кстати. Ладно. Такой себе. Кстати, тоже вон опять картинка поменялась. Ну, чувак, вот, вот в принципе вся игра. Ладно, будем на этом заканчивать. Всем спасибо, ребята, за просмотр. Не подписывался на канал, подписывайтесь, лайки.